Уже в пятый раз заметной частью фестиваля становится программа авторских документальных фильмов, составленная при участии журнала «Психологис Россия». В ней мы показываем фильмы, объединенные одной темой, и обсуждаем их после показа с экспертами журнала. В этом году представляем фильмы об отношениях детей и родителей, о наших отношениях с родителями и отношениях наших детей с нами. Сейчас Лёня, да? Ты хочешь меня слышать? Наташа, я приехала к у него проблемы маме. Сейчас в семье. Это тоже. Его проблемы! Я приехала к своей маме! Ага. Я тебя здесь всю неделю торчу! И ты не могла найти время для меня! Ей больно за это! Не хочу торчать! Тебе не нужна мама! Или что? Не нужна мама! Мне не нужен Лёня, который сидит здесь права качает! Мама занята! Мама, у мамы будет возможность, мама сядет и поговорит. И мне некогда было. Мне некогда было 16 лет, ты найдешь сейчас время! Найду. Ты не найдешь время, нас не будет, ты не понимаешь это! У меня не получалось, я не могу себя клонировать, не могу разделиться и там, если я где-то там не сделаю, мне будет пиздец потом! И ей пиздец, как вы не понимаете! Идиотки! Я разрываюсь, вы что, не видите? Мы видим. Тебе непонятно. Ты даешь нам чувствовать, как будто мы какие-то левые, как будто мы плохие, как будто мы кривые, как будто мы испорченные. То, что нам давали чувствовать всю жизнь. Да, да, я курю, вот я курю, я беременна, я курю. Но зато, когда он выйдет, у меня будет место, я буду дома. И меня будут окружать добрые люди, я не буду бросать своего ребенка, я не буду кричать на него, не буду на него руки поднимать. Никогда не буду говорить ему, что он ничто, что он ошибка. Не важно, какой он будет гомик, он будет лысый, он будет больной. Никогда, никогда, никому. Тебе всю жизнь говорили лохундра, 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 ты сейчас смотришь на нас и говоришь лохушка, лохушка. Почему? Потому что ты лохушка. Да, потому что тебе так сказали. Что это не видно? Сука! Я ненавижу тебя, Даша, я ненавижу. Это невозможно, это невозможно вынести. Это вынести невозможно, ты понимаешь, Даша, это или нет? Мне... Не насрать. Уходите от меня. Не насрать. Пожалуйста. Уходите от меня.